Я хочу выразить от имени Министерства всем большое, пребольшое, огромное спасибо и слова благодарности, потому что здесь действительно научно-практический семинар. И вот макаренковские чтения проходят раз в два года, и каждый раз наши постоянные организаторы через призму макаренковского педагогического труда рассматривают разные направления воспитания нашего подрастающего поколения. Мне это очень приятно, и сама процедура подготовки макаренковских чтений, она вот просто шикарна в плане того, что мы каждый раз находим новые направления и видим, как здорово, что все труды Макаренко можно рассмотреть и в нашей повседневной жизни, и увидеть в наших современных работах, которые вот сейчас проводятся и в школах, и во всех учебных заведениях. Поэтому всем большое спасибо, и городу Канску в частности, потому что вот тот труд, который они вкладывают в эти чтения, он просто огромен. Жаль, что ушли у нас основные организаторы. Им тоже большой поклон, большое спасибо. И всем здоровья для того, чтобы мы в следующих чтениях с вами также раскрывали, спорили, говорили и презентовали все, что у нас есть. Ольга Леонидовна, московский подарок для вас приготовлен. Канский подарок. Валентина Анатольевна, канский подарок. Ну и сертификат вы... Вы повысили квалификацию. Ольга Леонидовна, спасибо вам за такое неформальное участие. На самом деле, как бы, вот это неформализм очень ценится и всеми и нами, и людьми, которые подключены к этой теме, к этим чтениям.